Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас и спасибо за возможность поучаствовать на таком солидном научном мероприятии. Могу я включить демонстрацию экрана? Мое сообщение будет довольно-таки коротким и касается оно, как и озвучили, архивных материалов УФИЦРАН, имеющихся в архиве УФИЦРАН, и которые имеют отношение к истории изучения башкирской лексикологии и лексикографии. Принято считать, что история изучения башкирской лексикологии и лексикографии имеет протяженность в 2 века, хотя первые сведения о башкирском словарном составе зафиксированы уже в знаменитом труде Махмуда Кашгарского «2.0.1.Аттюрк». Мы называем обычно, и в котором среди 20 других тюркских языков отмечены многие признаки языка башкир. Первые небольшие рукописные словари, собственно, башкирского языка, составлены в конце XVIII века исследователями-просветителями Мирсалихом Бекчуриным, Петром Учадамцевым, Медиаром Бекчуриным. Башкирская лексика получает отражение в ряде словарей, составленных на материале многих языков различными учеными-энтузиастами. Ряд материалов этих исследователей имеется в архивных фондах Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Соответственно, эти работы составляют основу, начало для изучения башкирской лексикологии и лексикографии. Если учесть то, что после возникновения Башкирской автономной Советской Социалистической Республики башкирский литературный язык развивает свою лексику за счет полномерного систематического пополнения отраслевой лексики и составления терминологических словарей, и то, что в работе над ними принимали активное участие языковеды Академического центра при Башнаркомпросе, а позже, с 30-х годов, уже сотрудники Института истории языка и литературы УФИЦРАН, то следует отметить, что разрабатываемая ими лексика сотрудниками данного центра получила отражение в рукописях, хранящихся в архивах УФИЦРАН. За прошедшее время, действительно, в фондах научного архива накопилось достаточно много материала по истории становления башкирской лексики, отраженной в лексикографических изданиях или не получившей фиксации в печатном виде. В фондах имеется довольно-таки большое количество рукописей, скажем, по медицине, по языку, по литературе, по агрономии, химии, военному делу, математике, астрономии, лесоводству и другие двуязычные словари, относящиеся к началу прошлого века. Эти словари показывают этапы работы над словарями. Эти рукописи показывают этапы работы над данными словарями. То есть здесь заключены составительские оригиналы, замечания редактора или редакторов, пожелания, критика рецензентов. Рукописи словарей содержат информацию о вариантах слов, предложенных составителями, о дополнительных материалах, не включенных по тем или иным причинам в окончательные лексикографические труды, о редакторских нововведениях или, наоборот, о редакторских правках, не позволивших осуществить тот или иной замысел. Так, в фондах научного архива хранится рукопись двухтомного толкового словаря башкирского языка под редакцией известного лексиколога Акрама Губайдуловича Бишева, по которой можно составить представление именно об этапах работы над словарем. Рукопись довольно-таки значительная, отражаются все вот эти вот редакторские правки, отклонения. Плюс к тому можно отметить интересная эта рукопись и с той точки зрения, что пока составлялся сам словарь, сам кампус этого словаря, значит, башкирская орфография претерпела изменения, и поэтому здесь тоже вот отражаются и эти изменения. В рукописи также можно найти сведения об удачных и неудачных вариантах толкования слов, о возможностях, которые не были реализованы вследствие причин технического характера. Например, в рукописи данного словаря
четко подобраны и указаны этимоны арабским и персидским словам, заимствованным в башкирский язык, заимствованным к тому времени в башкирском языке, то, что они функционировали. Однако в словаре, уже в напечатанном словаре, данные этимоны отсутствуют, то есть этимологические справки остались только на уровне указаний, ссылок, то, что слово относится к арабскому языку, либо там является персизмом. Связано это было с тем, что словарь был издан в Москве, где технические возможности не дали напечатать арабский шрифт. Поэтому ценная информация не была опубликована и учтена. Но эти дополнения затем были учтены при составлении 10-томного словаря в последние десятилетия, над которым велась работа в отделе языкознания нашего института. Словарь, 10-томник был выпущен вот в таком виде под редакцией Фирдаус Гельмединовны Хисамединовой. И здесь уже как раз-то и были указаны вот эти вот пропущенные этимоны. Помимо лексикографических работ, в фондах Уфицран собрано большое количество фольклорных материалов, записанных во время лингвистических экспедиций или присланных собирателями из разных районов проживания башкир. Наряду с чисто фольклорной ценностью данные произведения хорошо иллюстрируют жизнь слова в языке, характеризуют использование лексем в говорах башкирского языка. Ну вот сегодня уже было выступление по этому поводу, на эту тему, об отражении диалектологических материалов в архиве. Интересно отдельное наблюдение над лексикой. Очень было интересно обнаружить, например, такой документ. Называется он «Перечень слов и терминов, извлеченных из разговорного языка путем изучения и исследования материалов экспедиции и других источников, малоупотребляемых или еще не вошедших в литературный язык, предназначенных для обогащения башкирского эквивалента русско-башкирского языка». Данный перечень был составлен башкирским языковедом Тагиром Галямовичем Баишевым. Это диалектолог, занимался терминологии в башкирском языке. Перечень был составлен и предложен в 1946 году. Ну вот из этого можно увидеть, из содержания, что там имеется. Значит, здесь имеются термины из географии, ботаники, зоологии, медицины, одежды, седло и узда. И разные слова и термины. Так, часть терминов из данного списка впоследствии была включена в словник русско-башкирских словарей. Например, такие как лужа, кулявык, адамово яблоко, кумегей и так далее. А часть так и осталась ввиду неиспользуемых в литературном языке. Например, вот эти вот слова. Затишье тамбат. Голень, ашкак, прочный, накса, стройный, хэнгэм. То есть данные термины уже остались в виде диалектных вариантов. Можно отметить еще, что из предлагаемого перечня почти полностью в словарный состав языка в литературный уже были включены ботанические термины. Например, алтей лекарственный, бисейбрсага, белина, тилерлык, беладонна, этиляге, белый гриб, ахбешмек, бисклет, зельпе. Там чисто терминологические какие-то сочетания, например, бесполое какое-то там растение, енесид в этом варианте и так далее. В отличие от терминов география и астрономия, часть которых здесь вот они представлены, осталось за пределами литературного языка, как диалектные слова. Видимо, вследствие того, что все-таки слова, относящиеся к географии, астрономии, имеют более такое широкое распространение в диалектах,
диалектное разнообразие имеет возможно, из-за этого. Кроме того, интересно было также обнаружить сведения о том, какими материальными условиями сопровождалось создание таких подобных трудов. В частности, так, к этому делу, где хранится этот перечень, приложен вот такой вот акт. Если видно, акт. Он был составлен замдиректора института по научной части Гулиным и старшим научным сотрудником института, заведующим сектора языка Касимом Закиевичем Ахмеровым о следующем. Товарищ Баишев представил на рассмотрение института материал, такой-то перечень, характер, так, материал по своему содержанию носит исследовательский характер, составлен на основе изучения материалов экспедиции и других источников в течение ряда лет, еще до поступления товарища Баишева на работу в институт. Учитывая, что представленный товарищем Баишевым материал имеет определенное значение для обогащения башкирского эквивалента русско-башкирского словаря, целесообразно приобрести библиотечный фонд и заносить в инвентарную книгу рукописных материалов института. Ну и вот третье, значит, указание тоже интересно. Просить директора института товарища Усманова оплатить труд Баишева, оценив каждое слово или термин по 50 копеек. Есть такая вот тоже вот приписка. Так. Далее. В архивных фондах, конечно же, хранятся и другие сведения, например, глубоко информативные, хранящиеся в архиве личные фонды башкирских языковедов, работавших в нашем институте, посвятивших свою жизнь разработке основ развития пропаганды башкирского языка. Имеются архивы Кулаева, Мстислава Кулаева, Бекчурина, Касим Захича Ахмерова, Нажбеха Замана Максютова, Динара Газизовича Ураксина и других. Следует подчеркнуть, что большинство хранящихся материалов напечатаны на башкирском языке кириллицы. Однако вследствие того, что огромный период в истории развития башкирского языка был связан с арабской графикой, а начало становления башкирского литературного языка пришлось на функционирование латиницы, большая часть материалов также хранится на арабской графике. Но некоторое количество сведений до сих пор остается недоступным для современного читателя. Об этом, с сожалением, указывали, например, составители сборника произведений Ризы Фахридинова. Ризайдин Фахридинов – это известный педагог, просветитель, религиозный деятель, и вот его перу принадлежала такая вот книга «Ионос», «Утешение» в переводе означает. Данная книга была обнаружена как раз у нас в архиве и была опубликована с транслитерацией с арабского шрифта на кириллицу сотрудниками отдела литературоведения нашего института. Вот в этой книге, что интересно для истории самого языка, то, что имеющиеся в структуре, значит, слова содержат и такие варианты, которые начинаются на «се». Вообще, в современном башкирском литературном языке даже в алфавите буква «С» дается у нас только в строчном варианте, потому что считается, что слов, которые начинаются на «С», нет, поэтому и в алфавит, значит, включается данное слово именно только в строчном варианте. А тут, поскольку этот весь перечень слов, он заимствованный. И в арабском языке, значит, имеются тоже слова, начинающиеся на «се»,
А в башкирском имеется звук С, который позволяет передать данное сочетание, данный звук. Вот составители решили оставить именно так, как и было написано у Изайдина Фахретдинова. Сабит, сюбют, сабат. Хотя это, получается, противоречит современным нормам, орфографическим нормам современного башкирского языка. Такие вот нюансы обнаруживаются при, значит, работе с рукописями. Ну и вот. Есть еще вот такой вот словарь, обнаружен, был не в нашем архиве, был передан, но сделан, опубликован усилиями сотрудников нашего института, Ахатом Губаевичем Салиховым. Это словарь, первый толковый словарь башкирского языка, принадлежит перу Нуриагзама Тагирова, башкирского языковеда. И тоже был данный словарь набран еще в 1926 году арабским шрифтом, но вот удалось его сделать транслитерацию и опубликовать, как, по-видимому, только в 2018 году. То есть богатые материалы по этнографии, фольклору, языку, литературе до сих пор у нас хранятся в архивах. К сожалению, не в полной мере они переведены, транслированы на кириллицу, или до сих пор некоторая часть, получается, остается недоступной для современного человека, но работа ведется. Вот такое вот сообщение у меня было на сегодняшний день. Спасибо большое за внимание.